При поддержке военных добровольцев из Югры эвакуировали в безопасное место из Лисичанска Луганской Народной Республики. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Украинские войска ежедневно наносят удары по Лисичанску и его окрестностям, а 13 сентября обстреляли центр города. Два человека погибли. Всех добровольцев гуманитарного корпуса Югры эвакуировали, а это несколько десятков человек. Гуманитарную помощь и полевые кухни перевезли в надежное место. Когда напряжение спадет, добровольцы планируют снова вернуться на эти территории для дальнейшей гуманитарной миссии. Эвакуированы были, потому что близ Лисичанска идут очень ожесточенные бои. Начались вот буквально 3-4 дня назад, и мы долго выжидали, то есть в какую сторону это все пойдет. Круглосуточно держали на контроле. Скажем так, это временная эвакуация до стабилизации обстановки близ города Лисичанска, потому что сейчас речь идет, что и в Северодонецке нужна наша помощь с горячим питанием.